Project Hive. Play to Earn игра с крутой графикой на блокчейне Solana. Поехали! Всем привет, друзья! Вы на канале Криптовалюта без вложений. Сегодня мы поговорим о невероятном проекте под названием Project Hive. Это ролевая Pay to Earn игра, в которой можно зарабатывать. В Project Hive вы можете играть одним из роботов. Всего их 4. Вы можете использовать их в битвах, покупать и продавать. Графика в этом проекте просто невероятная. Давайте немного посмотрим видео и убедимся, какая графика в игре. Ну вот вы посмотрели вырезки из ролика специального YouTube канала проекта. Думаю, убедились, что это реалистичная графика. Геймплей игры. У нас есть три варианта, как вы видите. Комбинация P2E, Win2E. Выполняйте ежедневные задания и сражайтесь с другими игроками за внутриигровую валюту. Второй вариант. Сюжетная линия PvE. Продвигайтесь по сюжетным главам и раскрывайте тайну мировых явлений. И третья линия. Крупномасштабная PvP. Объединяйтесь с друзьями и повышайте свой ранг на арене. Или присоединяйтесь к клану, чтобы захватывать ячейки. Ну то есть в сущности вы проходите по определенной сюжетной линии. Как мы видим, игра заполнена разными линиями. Вы можете играть как самостоятельно, так и с другими участниками. Ну и соединяться в кланы, чтобы захватывать территорию. Теперь давайте поговорим о том, как можно зарабатывать в этой игре. Есть 4 варианта заработка. Первый вариант – это территориальные войны. Они всегда проходят 2 раза в неделю. Разыгрываются определенные пулы с большими призами. Второй вариант – это PvE или дуэли. Вы можете получать вознаграждение каждый день. Третий вариант заработка – это создать свой клан или присоединиться к клану. Здесь вы можете получить ежедневные дополнительные вознаграждения. Четвертый вариант заработка – это торговля NFT на Marketplace. Это может быть одежда, шлем, оружие и так далее. То есть вы можете торговать на Marketplace. Теперь давайте поговорим о команде. Команда топовая, прям супер опытная. В команде есть люди, которые участвовали в таких проектах, как Red Bull, CSGO, 1xBet, Parimatch, HyperX, Netflix, Marvel. Вы уже понимаете, сколько опыта имеют эти ребята. Команда состоит из аниматоров, дизайнеров, художников. А самое главное, это генеральный директор Денис Кручения, который имел опыт работы с Red Bull, Legion, Intel, Philips, HyperX. У этих людей огромный опыт в работе с различными проектами. Они точно знают, как создать крутую игру, которая будет нравиться всем, и как довести ее до хорошего результата. Проект поддерживает много партнеров. Из известных я бы выделил SoulRazor, Vendetta, ZBS Capital. Друзья, эта игра однозначно стоит вашего внимания. Такого проекта на рынке криптовалюты реально нет. Я уверен, что с такой опытной командой, отличной поддержкой можно ожидать огромный наплыв геймеров. У этого проекта, кстати, есть амбассадорская программа, в которую абсолютно каждый может попасть. Нужно всего лишь сделать пару простых действий. Об этом уже в следующем видео. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Спасибо за внимание.